Российские меры ставят угледобывающие предприятия Казахстана на грань остановки. Об этом на встрече с премьер-министром России Дмитрием Медведевым сообщила спикер Сената Дарига Назарбаева. Она отметила, после введения ограничений на вывоз грузов из России и транзита по ее территории в Украину, для казахстанских предприятий закрылся доступ к украинскому рынку и значительно сократился российский. Казахстанская делегация во главе со спикером Сената находится с официальным визитом в Москве. Глава правительства России сделал особый акцент на том, что по всем обсуждавшимся темам уже даны соответствующие поручения. И сегодня же Дарига Назарбаева встретилась со святейшим патриархом московским и всея Руси Кириллом. Для собеседников эта встреча важная. Она укрепляет сложившиеся за долгие годы сотрудничества, конструктивный диалог и доверительные отношения между Казахстаном и московским патриархатом. Участие в съезде лидеров мировых и традиционных религий вносит особый вклад в деле укрепления мира и согласия между двумя странами, подчеркнула Дарига Назарбаева и пригласила патриарха московского и всея Руси Кирилла в качестве почетного гостя принять участие в следующем форуме, который состоится в июне 2021 года.